Расскажу вам про здоровье короткомордых собачек. К ним можно отнести, все короткоморды. Это в основном французские бульдоги, боксеры, все собачки с короткими мордочками. Что опасно в этой короткой морде? Мы как бы поразводили собак, думаем, что это красиво эстетически, но мы ухудшаем здоровье этим собачкам. Одна из функций носовой полости – это остужание или нагревание воздуха. А этой носовой полости у этих собачек нету. Поэтому воздух, который попадает в легкие, он или не остывает, или не нагревается, в зависимости от времени года. Вот возьмем короткую шерсть. У нас люди как думают, раз шерсть короткая, значит собаке не так жарко летом. Все наоборот. Очень часто короткие морды собачки гибнут от перегрева организма, от тепловых ударов. И очень часто они как бы страдают от различных обморожений. То есть им зимой холодно, а летом жарко. Подписывайтесь на канал, узнаете еще очень многого интересного.